делать нечего с утра. Дети выросли, внуки умирают от скуки. Всех гостей, всех врачей я обходила, все болезни изучила, участкового нашла, на соседа принесла. Здесь и театральная постановка на тему особенностей жизни людей пенсионного возраста и свои собственные стихи, положенные на музыку. Вот такой трюк. Шпагат – это роскошь и для многих молодых. А участники клуба ветеранов спорта «Вдохновение» могут и не такое. Хотя этот сбор в зале теннисного центра «Юность» они посвятили предстоящему дню пожилого человека. В канун праздника спортсмены серебряного возраста получают приятные подарки. Приемный депутат областной думы Сергей Георгиевич Курихин обратился к руководству клуба принять участие в этом празднике. Это не первое наше участие в этом празднике. Постоянно Сергей Георгиевич принимает участие во всех мероприятиях этого клуба. Мы были на юбилее клуба и постоянно поддерживаем, оказываем им помощь в оснащении клуба, подготовке клуба к каким-то спортивным соревнованиям. А вот и спортсмены в действии. Состязание по волейболу. На сегодняшний день «Вдохновение» существует уже 21 год. Он считается единственным в России. Его посещают 600 человек. При этом занятия здесь абсолютно бесплатные. Мы выезжаем на соревнования. У нас волейбольная команда, как мы их называем, молодыми. Им там 45-50 лет. Они у нас чемпионы России. Среди спортивных клубов, таких непрофессиональных. Они у нас шестикратные чемпионы всемирных балканских игр рабочего спорта в Болгарии. В общем, у нас спорта на высоте. В этом году приехали вот фестиваль «Красота, грация, идеал». Это женский фестиваль в Анапе. Тоже волейбол заняли второе место, настольный теннис все три первых места заняли. И выступают причем по всем видам. Одни и те же люди, 10 человек команды, они выступают у нас. Это тоже единственная команда в России, которая едет и выступает по всем видам. Главная особенность всех участников в том, что в спорт вовлечены не только сами любители вдохновения, но и все члены их семей. Как вам обращаться, ветераны? Слово, если не поворачиваться после того, что мы сейчас увидим, действительно, вас столько энергии, ваше поколение вообще... Прошло немало испытаний, и вы отличный пример для нас, для молодежи. Оставайтесь всегда такими полными энергии, полными задора, юношества по-хорошему. А мы на вас будем равняться. Своим существованием и успехами на выездных встречах они в очередной раз доказывают, серебряный возраст спорту не помеха.